Привет, друзья! Добро пожаловать на Drone Running. Но если не умничать, сегодня сделаем пробежку по Березовскому ущелью. Выжженный склон. Вообще вся гора выжжена. Представляю, что здесь было, когда это все горело. Сколько дыма и жара. Вот и заслуженный перекус. Ну что, подводя итоги, надо сказать, что получилась больше прогулка, нежели пробежка, такой рваный бег. Но погода замечательная, и то к этому всему, что не нужно сидеть на диване, нужно выбираться на свежий воздух, на улицу. Пробежал 12 километров, это вот до озера. Ну, пора собираться домой, потому что все-таки декабрь. Сейчас скоро начнет темнеть, а шел я где-то еще 4 часа до дома. Все, до следующей пробежки. Пока-пока.